меня зовут Эд, и я продолжаю свою обширную серию, которая будет длиться еще пару месяцев точно, о методах, средствах и народных рецептах лечения такого непростого заболевания и очень распространенного, как гипертония. Все ссылки на предыдущие серии, а также на будущее в течение 2-3 месяцев, вы увидите под каждым из видео из данной серии. Следующий рецепт для решения планомерного проблем с гипертонией. Рецепт такой. Нам нужно запастись зверобоем. Трава зверобоя. Она продается как развесная, так вот сейчас идеально продается даже в пакетиках. Это отлично для тех людей, кто не любит вот эти развесные травы. Сейчас многие травы уже продаются в обычных фильтр-пакетиках. И это отлично может помочь людям, которые не любят вот эти все варки и так далее с травой. Значит, как работать правильно зверобоем для решения проблемы с гипертонией? Конечно же, сразу необходимо применять 2-3 рецепта, включая вот этот рецепт зверобоя. Если вы работаете с фильтр-пакетиками, значит, вам необходимо 2 фильтр-пакетика 3 раза в день. То есть на один раз 2 фильтр-пакетика. Если вы будете работать с развесной травой, не во всех регионах сейчас появились фильтр-пакетики, значит, вам необходима одна полная столовая ложка развесной травы зверобоя. Насыпаем ее в термокружку или просто в кружку с крышкой и заливаем кипятком. То же самое мы делаем и с нашими пакетиками. 3 раза в день заливаем кипятком, настаиваем 40-45 минут, чуть-чуть подохлаждаем, чтобы было не горячее, должно быть приятно теплое. И полностью 200 мл выпиваем нашего настоя зверобоя. 3 раза в день до еды ровно 1 месяц. Необходимо сделать 4-6 курсов. После каждого месяца приема делаем перерыв 2 недели. После 3-го курса, если вы будете до 6 курсов работать, делаем перерыв 3 недели. Итак, первый курс месяц, 2 недели перерыва. Опять месяц пьем, 2 недели перерыва. Месяц пьем, 3 недели перерыва. И так 4-6 курсов можно четко пропить зверобой 3 раза в день по этой дозе, что я сказал, до еды. Вот такой отличный, простой рецептик для комплексного решения проблем с гипертонией я вам сегодня и рассказал. Спасибо за внимание. С вами сегодня был Эд и мои рецепты от гипертонии для вас. Будьте здоровы, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями данным видео, пусть они тоже будут здоровыми. И до встречи завтра. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.